iPhone 3G. Замена шлейфа разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». На рамке разговорного шлейфа есть защелка, которую нужно отстегнуть пинцетом и снять шлейф. На шлейфе находятся контакты слухового динамика и датчик отключения дисплея. Новый шлейф устанавливается в порядке обратном порядку разбора. Все, шлейф разговорного динамика заменен.